или орла и змеи, уходим от лобовых атак. В лоб не идем, вот таким образом. Идем боком. Закрываясь. Закрывая паховую область. Идем во вход. И здесь идем во вход. С этой стороны и с этой стороны. И работаем руками. Тут же во вход. На себя. И на себя. Правый и левый стороны. Живот убираем назад, так как могут быть ножевые атаки. Руки выставляем вперед для защиты шеи от порезов и ножевых атак. И для перекрытия головы от атак противника. Получается, что мы близко напоминаем орла. Позиция орла, голова дальше, чем опорная нога. Убираем голову в случае необходимости, защищаем руками и одновременно нападаем. Для дальнего удара бьем ногами из-под себя. Для скрытых ударов бьем руками из-под руки. Делаем захват. Захваты в прыжках. Это небо. Это земля. Орел подходит к небу, когда он взлетает, когда садится в гнездо и когда летит. И другие звери – это воздух, не летающий, не ползающий, воздух. Работа в горизонтальной плоскости. Режущий удар. Стычковый. Режущий удар.
Залетаем вот так вот. Наступаем вниз. Наступаем. Взлетаем вверх. Захваты, проникновение.